Всех приветствую, продолжаем рассматривать картины, скульптуры, знакомиться с их описанием. Мраморная статуя Святой Чичили, работа Стефана Модерна. Около 1600 года. Культура позднего Ренессанса находится перед алтарем церкви Санта Чичили ин Трастевере. В 1599 году в катакомбах святого Калиста, где по легенде святая была погребена, было найдено захоронение Чичили. Гробницу ненадолго открыли. Скульптору Стефано Модерна было разрешено осмотреть нетронутое тело. Именно после этого он создал знаменитую мраморную фигуру. Статуя расположена у алтаря из мрамора и позолоченной бронзы в нише из черного мрамора. Статуя изображает святую с отсеченной головой, что помогает подтвердить личность святой. Статую по стилю можно отнести к протобарокко, так как Модерна изобразил не идеализированный момент смерти мученицы, а трагическую сцену, натуралистически представляющую смерть святой. В 2001 году закончилась реставрация скульптуры, после которой стало возможным увидеть лицо статуи святой. Ну, вот такое описание из Википедии я нашел к работе Стефана Модерна «Мраморная статуя святой Чичили» около 1600 года. Пока-пока, до свидания.